Приветствую вас, братья и сестры. Давайте скажем слава Богу. Слава Богу. Сегодня я хочу проповедовать о Духе Святом. Я недавно получил его. Дух Святой – это подарок от Бога, который Бог обещал всем верующим в Него. Давайте мы обратимся к Иоанна, глава 14, стих 16 и 17. «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет». Что делает для нас Дух Святой? Давайте прочитаем Иоанна, глава 15, стих 26. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». Что еще делает для нас Дух Святой? Иоанна, глава 16, стих 13 и 14 объясняет это. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорит будет, но будет говорить, что услышишь, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Братья и сестры, если у нас есть Дух Святой, мы должны всегда благодарить Бога за то, что Он дал нам Его. А если у вас еще нет Духа Святого, тогда проситесь, чтобы Бог дал вам его. Аминь. Аминь.